Сегодня ты дебютировал в супертяжелом дивизионе. Какие впечатления от поединка? Что-то я не знаю, недоволен собой. На самом деле, готовился так хорошо, а побился так все не очень, не знаю. Может, перелет все это сказалось, потому что мы только вчера прилетели. Больше суток проболтались сюда-сюда, не знаю. Ну, вообще так. Что-то не доработал, что-то пожалел сам себя, наверное. Но это так. Ты попробовал силы в супертяжелом дивизионе, но у тебя есть незаконченное дело с Андреем Тофтом в среднем весе. С кем и когда ты планируешь драться в следующем поединке? Я вообще, мне как зовут, я сразу езжу. Я вообще никому не отказываю, получается. Я всегда готов биться везде и в любом весе, где попало, по любым правилам. Вот. Как-то да. Перед поединком тебе пожелали удачи твои звездные одноклубники Роман Крыкли и Чингис Алазов. Крыкли даже сказал, что в случае поражения тебе можно не возвращаться в Минск. Что планируешь делать теперь? Вот не знаю. Вот, может, ты меня приютишь, а? Сейчас я буду послушным. Я не хочу домой. Мне туда нельзя. Там уже будет посерьезнее биться. Сейчас здесь. В целом, как впечатление? Да отлично, мне все нравится, всегда здесь здорово, отлично. Под впечатлением всегда хорошее. Спасибо Нижнему Новгороду за теплый прием и за хорошее человеческое отношение. Спасибо тебе за бой, будем ждать тебя снова, скорейшего восстановления. Спасибо.